Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука! С больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять. Ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повеса. Летя в пыли на почтовых, Всевышний волею и завеса наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа, без предисловий сей же час, позвольте познакомить вас. Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден север для меня. Служив отлично, благородно, долгами жил его отец. Давал 3 балла ежегодно и промотался, наконец. Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом мансье ее сменил. Ребенок был резов, но мил. Мансье Лабе, француз убогой, чтоб не измучила дитя, учил его всему шутя. Не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной пришла Евгения пора, пора надежд и грусти нежной, мансье прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе, отстрижен по последней моде, как денди лондонский одет, и, наконец, увидел свет. Он по-французски совершенно мог изъясняться и писать, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Так что вам больше? Свет решил, что он умен и очень мил. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть. Онегин был, по мнению многих, судей решительных и строгих. Ученый малый, но педант, имел он счастливый талант. Без принуждения в разговоре коснуться до всего слегка. С ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Латынь из моды вышла ныне. Так, если правду вам сказать, он знал довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать, потолковать об Ювенале, в конце письма поставить валы, и знал их хоть не без греха, из Энеиды 2 стиха. Он рыться не имел охоты в хронологической пыли бытописания земли. Но в ней минувших анекдоты от Румула до наших дней хранил он в памяти своей.